слушаться своего рода, наверное, материнское чувство. Ведь он был так похож на трагически погибшего сына. Об этом внешнем сходстве Исидора говорила и сама. Но, как бы то ни было, в 4 часа утра, после той вечеринки на Большой Садовой 10, Дункан и Есенин уехали вместе. А потом только вместе и появлялись. В московских, лондонских, парижских, нью-йоркских кафе, театрах, ну и вечеринках.